Думаю, тебе знакома история, когда ты выложился на консультации по полной, а в конце все разбивается, холодное «я подумаю», и ты уходишь ни с чем. Случаться это может по трем причинам. Во-первых, то, что не донесли ценность услуги, то есть клиент не понимает, за что он платить. Второе – это неуверенность в себе, которая считывается собеседником даже в разговоре. И последнее – это неумение обрабатывать возражения. Очень многие таргетологи вообще никак не работают с возражениями и теряют на этом большие деньги. Скажу по секрету. Даже если клиент не готов работать с тобой в том объеме, что ты изначально заявил, ты можешь предложить другую услугу из своей продуктовой линейки, либо часть услуги, либо вовсе передать клиента другому таргетологу и заработать на этом свой процент. Все в плюсе. Клиент доволен, ты получил компенсацию за потраченное время, и так гораздо лучше, правда? Это далеко не единственный метод работы с возражениями. Остальные я буду раскрывать уже в полноценной программе. На тему продаж у нас выделен целый блок, где мы будем изучать, как продавать разным типам клиентам, изучать психологию продаж и, конечно же, практиковаться. А также мы с вами научимся быть теми специалистами, с которыми работают годами. Можно быть крутым экспертом, но сливать клиентов на продажах из-за незнания, как общаться и находить подход к разным людям. Например, Наталья тоже была у меня в наставничестве. Пришла она с одним клиентом, большим багажом пройденных курсов, но абсолютно без понимания, как закрывать клиентов и как поднимать свой чек. Мы проработали ее страхи в продажах, навыки продаж, и в итоге Наташа выросла в доходе в 4 раза и подняла чек, больше не занижая свои знания. Итак, теперь, я думаю, у тебя сложился пазл ключевых элементов для достижения желаемой цели 100 и более тысяч на таргете. Эта система уже сработала на моих учениках, и у тебя тоже обязательно получится. Идти к цели гораздо легче вместе с заряженным окружением и мощной поддержкой наставника. Для этого тебе всего лишь нужно быстро принять решение в свою пользу и дать себе эту возможность. Если уже после этого звонка ты со мной свяжешься, тебя ждет бонус, и зайти в работу можно будет по более выгодной цене. В команде, кроме меня, с тобой будет работать международный бизнес-психолог и коуч, как в групповом наставничестве, так и в личном разборе. В моем наставничестве уже были уроки от психолога, но я решила подарить и личные консультации, чтобы решить именно твои затыки быстро. Это не масштабный курс, я собираю небольшую группу, чтобы фокус внимания на каждом был больше, а результаты выше. А значит, мест не так много. Я возьму в работу только тех, кто действительно готов к изменениям, взять ответственность за свою жизнь и смело идти к своей цели. Я понимаю, что у тебя еще много вопросов по возможному сотрудничеству, по моей программе, по тому, как будет проходить работа. Все это я могу тебе рассказать в личной беседе. Она не обязывает покупать мой продукт. Ты можешь подробно рассказать о себе, а я расскажу, смогу ли я помочь тебе и показать некую стратегию действий. А дальше выбор за тобой. Пиши слово «анкета», и это уже будет шаг навстречу твоей трансформации. После заполнения тебе придет бонус, инструкция, как искать клиентов, даже если у тебя нет кейсов. До встречи!